От ИВ Михайлович, с любовью, говорим о погоде на 16 мая. По республике влияние циклона вызовет неустойчивую ветреную погоду. По южным и центральным районам преимущественно без осадков. По остальной территории временами мокрый снег и снег. По северным и юго-западным районам местами сильные осадки. Ветер северо-запада 7-12, местами порывы до 24 метров в секунду. Температура воздуха. Курумканские, Муйские районы ночью плюс 3, минус 2. Местами до минус 7. Ну когда же? Днем плюс 1, плюс 6. Кабанский, Селенгинский район ночью плюс 1, минус 4. Днем плюс 8, 13 тепла. Мухашибирские, Джидинские районы ночью 0, минус 5. По юго-западу минус 6, 11. Холодно. Днем плюс 7, 12. По юго-западу до плюс 2. Наша дорогая столица без осадка. Ветер северо-западный 6-11, днем порывы до 17 метров в секунду. Температура ночью 0-2, днем плюс 11, плюс 13. Когда же это закончится? Атмосферное давление ночью будет падать до 705 миллиметров тут на столба, днем расти до 711. Если у вас будни серые, не снимайте розовых очков. Если фантазия лучше в действительности, довольствуйтесь фантазией. Как мало надо человеку для счастья, как много, чтобы это понять. Счастья и мир вашему дому. От Ивана Михайловича. С любовью.